Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, как бы и в интернете такого не видел. Вот аденим у меня. И он как-то странно вчера увидел, он начал гнить. И именно вверху вот новые листики и боковой. Сейчас попробую навестись. Как-то вот так вот. Что это может быть? Поливаю их по мере просыхания, добавляю удобрения 20-20, там раз в две недели вертику. Потом для кактусов специальное удобрение, для суккулентов, для кактусов вот такую вот штуку добавляю еще. Жидкую. И вот один у меня вот так вот начал себя вести. Плохо фокусируется. Что это может быть? Я не пойму. Если кто знает, подскажите.